тележурнал «Женская среда» и студия красоты «Стилиссимо» продолжают проект «Новая я». На этот раз новый образ решила примерить Галина. Что из-за этого получилось? Давайте посмотрим вместе. Галине 35 лет. Работает на заводе «Электроприбор». Воспитывает дочь. Ведет активный образ жизни. Зимой ходит в тренажерный зал. Летом любит отдыхать на природе. Общительная, веселая и жизнерадостная. Хотел бы изменить как бы свой образ. Скажу так, каждый видит меня такой, какой я им кажусь, но на самом деле мало кто знает, какая я есть. И хотелось бы с помощью проекта как-то себя вот раскрыть. Ну, такая, не знаю как, спортивная, энергичная. Хочется такой стильной быть, в общем, задорной. Окрашивание не совсем удачно, этот цвет ей не очень подходит. Мы постараемся его изменить в лучшую сторону и подчеркнуть ее индивидуальность. И сделаем стрижку. Варя очень хорошо поработала, поменяла образ, цвет волос. И мы сделали макияж, подходящий под новый образ. Женщина должна меняться, быть всегда немного новая и интересная. Галина, вы готовы увидеть себя обновленной? Готова. Да? Тогда закрывайте глаза. А теперь готовы? Да? Да. Да? Ну, если готовы, тогда открывайте. Вау! Великолепно. У меня нет слов. Новый, да, образ. Мне нравится. Да, я думаю, это всю правду цвет. Нет, цвет вообще подходит. Не то, что у меня темное было. Девочки профессионалы, правда. Мой новый образ мне очень понравился. Я довольна. Изменения в новую сторону, на лицо. От магазина одежды я жду что-то подходящее тоже под свой вот новый образ. Новый стильный гардероб для Галины помогла подобрать наш стилист. Во-первых, у меня сегодня день рождения, вот, и я, можно сказать, сделала себе такой подарок, потратила весь день на себя любимую. Я очень довольна своим новым образом, мне очень вообще понравилось. Ну, мне как-то больше так спортивный стиль идет, поэтому первый комплект понравился. Участие в проекте оправдало все мои ожидания.
стать участницей нашей рубрики и примерить на себя новый образ может каждая из вас. Мы ждем ваши заявки на нашем сайте tvtambov.ru на ветке программы «Женская среда» и по телефону 56 46 49.